Девичье чувство вкуса не дает мужчинам покоя, поэтому за неправильный выбор одежды можно поплатиться женским безразличием. Мы со стилистом спешим на помощь, проведем эксперимент и определимся, что же надеть на свидание. Первый образ – дерзкий. Куртка-косуха, агрессивный принт, черные джинсы и брутальные ботинки. Образ смелого, дерзкого парня, с которым можно сесть на байк ночью, поехать куда-то далеко, гулять по ночному городу. Вполне возможно, что у него найдутся свои поклонницы. А это мы сейчас выясним, как оценят образ девушки. Нет. Куртка почти в обтяг. Я думаю, веселый. В нем что-то есть. Ну, хотя нет, и серьезность тоже присутствует. Ну, в целом, да, приятно. Тебе нравится? Валя. Варя ты. Ну, наверное, в кожаной мне ближе всего. Дерзкий. Мне кажется, он очень самоуверенный. Сын какого-нибудь богатого папы. А теперь примерим повседневный, ничем не примечательный образ. Брюки на шнуровке, футболка с V-образным вырезом и объемным кардиганом. Добавим белые кеды или классические туфли. С точки зрения стиля он слишком расслабленный. Как будто молодой человек не старался, собираясь на свидание. Он, скорее всего, подойдет для 10-го какого-то очередного свидания, но не для первого. С мнением стилиста все ясно. Дамы, как вам? Просто. Такой более спокойный, более человек, способствующий общению. Мне на самом деле даже нравится больше, потому что он более простой. Не знаю, так много людей сейчас выглядят в таком. Вот этот мне нравится. Это больше похоже на диванный вариант. Наряд номер 3. Яркий, ультрамодный, привлекающий к себе внимание. Он состоит из яркого свитшота, объемной джинсовой куртки, повязанной на талии рубашки в клетку, джинс и также белых кед. Узнаем, насколько понравится этот яркий мужской образ девушкам. Рядом с таким мужчиной девушка точно останется незамеченной или наоборот. Это вообще неформальный стиль. Это вообще не нравится. Наверное, выросла из такого. Я не люблю таких мальчишек. Нет. Нет, абсолютно. Финальный лук – это образ романтического героя в классической рубашке, брюках и с джемпером, накинутым на плечи. Это наиболее классический образ из всех представленных. Он выполнен в светлых тонах, без ярких ультрамодных элементов, не дерзкий, совершенно спокойный, располагается к спокойной беседе, разговорам о прекрасном. Меня бы привлек молодой человек в таком одеянии. А как отреагируют остальные дамы? Пятница, вечер. Вот это, скорее всего, вот этот вариант. Элегантно, очень необычно привлекает внимание, цепляет тем, что сейчас так мало кто носит на самом деле вещи. Какой взрослый мужчина уже. Да, вот это мое, мне нравится. Взрослый, симпатичный. Неплохо. Мне нравится классика. Это слишком хорошо. Я бы слишком хорошо. Да, сладенько. Мы попросили девушек оценить все наряды. Оказалось, что самый модный лук произвел негативное впечатление на дам, а большинство одобрений вызвал образ романтика под номером 4. Делайте выводы и удачных вам свиданий.